Шарри нападает на шарик. Всем привет, вы на канале Джустейса. Сегодня мы откроем котенка. Мы открываем Аришин подарочек. Это Зумер Китти, котик-робот, который умеет играть, как настоящий котенок. Вот такая кошечка у нас. Она умеет играть, хватать предметы и мурлыкать. А с подъеда до 5 лет. Да, познакомьтесь с этим милым интерактивным котеночком. Она умеет играть с игрушкой. Вот у нее есть такой вот тут кружочек на палочке и на веревочке. Она поет и танцует, она мурлыкает, а еще у нее глаза разных цветов бывают. Еще можно ее позвать рукой, можно погладить. В общем, очень интересная кисуля. Она может заряжаться от компьютера. Котик! Да, там котик! Хвостик отдельно, хвостик надо поставить. Я его поставлю. Вот как хвостик. Вот, смотри, что вот я сделала. А вот игрушечка у кисюли. Вот такой вот шарик на палочке. Есть инструкция на киску, что можно делать, что у нее за кнопочки, глазки, как включается. Вот она такая мягенькая, вся на пружинках. Вот здесь есть кнопка включения. Также кису можно заряжать, вот у нее есть вход и провод в комплекте, можно заряжать от компьютера. Давайте включим. Включим кису. Смотрите, у нее загорелись зеленые глазки. Она реагирует на твою игрушку. Вези в другую сторону. Ой. Ну, котика, убирай, убирай игрушечку, убирай. Она хочет играть. Ой, нападает на шарик. Можно погладить кису. Она мурлычет, слышишь? Слышишь? Мур. Смотрите, она поет. Она хочет играть. Видишь, она идет за моей рукой. Играет. Усики, да, у нее усики. Классная кисуля. Давайте нажмем. Вот тут у нее есть кнопочка. И она будет бегать. Киса, киса. Киса. Мурлычет. Мурлычет. Хочешь, хочешь со мной поиграть?
Алиса. Смотрите, киса устала, положим ее спать. Она захрапела. Киса спит. Классно? Молчи. Молчи, кисуля. Давай, кисуля, просыпайся. Кисуля. Кисуля. Она что, лает? Ой, побежала. Как быстро она. Для того, чтобы киса начала играть, нам нужно сделать, чтобы ее глаза были синие. И в режиме игры киса может выполнять трюки. Давайте добьемся, чтобы у кисули были синие глаза. Видишь, она идет за моей рукой. Рита, ты видишь, что киска делает? Видишь, она следит за игрушкой. Киса хорошая. Можно нажать на спинку, на кнопочку. Это режим ласки. Мяу-мяу. 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 Ой. Это гавкает. Гавкает. Куф-куф-куф-куф-куф-куф. Спасибо, лайки. И подписывайтесь на наш канал Зюша Эйжа. До встречи. Пока.